Это происходит прямо сейчас на моих глазах. Военные самолеты, непонятно, украинские или нет. Знак звезды. Ух! Я не знаю, что мне делать. Солдаты оружие направляют в ту сторону. Выстрелов не производят. Я только подошел, говорю, ребята, можно к вам подойти? Можно, говорят. Новая Каховка, Херсонская область. Российская армия, не украинская. Блять, напугали. Крикнули в воздух и оружие вверх подняли. Хрен знает. По логике вещей они прикрытие обеспечивают с воздуха. Это не основные силы. Наверняка. Это их стратегическое место. Я нахожусь в самом центре событий. Ой, бля, я выключаю камеру, наверное.